Привет, друзья! Опять мы в этом прекрасном месте. Сегодня не ночью. Это приятно. Какой-то джип меня преследует. Не знаю, какие-то номера знакомые. В общем, везу я этим бойцам невидимого фронта. То, чего не хватало. Хорошо, я был на работе. Все там я нашел, что они хотели. И сразу не повез, потому что добавлялись запчасти в процессе. Их продвижение к запуску. В общем, сейчас будет экшен, наверное. Я надеюсь, конечно, наконец-то. Так, все закрыто, но мне кажется, они внутри, наверное. Мегаваз на месте. На БТРовских не готов сейчас. О, есть. Блин, двери закрыты, я думал, вы эмигрировали. О, кабриолет уже почти. Слышь, я думал, ты уже пересекаешь границу после двух ночей. Макс звонит, нет связи. Я звоню, нет связи. Хорошо, есть телефон проверенного человека. Одного. До одного, да. И удалось прояснить эту ситуацию. Вот, в принципе, мы тут с Максом, в чем секрет нашего... Red Bull? Red Bull и водородная вода. И водородная вода, да. Водородная вода, это серьезно. Вот одна бутылочка Бердичева. Когда двигатель заведется, все будет нормально. Мы откроем и отметим. Тут серьезно, видели человек какой? Я еду, слышишь? Да, смотрю, какой-то Вранглер подпирает. Что-то намечается, что-то снимает. Какой-то Вранглер подпирает. Серьезный очень такой. Я добавил газу, ни хера расстояние между нами не увеличивается. Не сокращается. У нас не просто. Да, да. А у него-то лошадей на 60 больше, понимаешь? И как ты от него? На 2 поршня меньше, а лошадей больше. И хрен я уеду. Тихо, Макс. Вот, есть. Есть прокладка. Подожди, что-то еще. А хомуты еще я привез. Хомуты. На, хомуты. О, класс. Хомуты. Как, а ну, спой песню, пей. Да. На все есть, да, песня, думаешь, у меня? Да, да. Так, пацаны, предлагаю организовывать. Давай быстро, потому что, слышишь, если сегодня я после 7 приду домой, то расстреляют меня точно. Я вчера чуть не ночевал на лавочке возле подъезда. Пацаны, серьезно, да? Сейчас будем кататься. Давай быстрее только, я вас прошу. Да, в 3 часа ночи я пришел. Не, в полтретьем, ну, в третьем часу, короче. Что, что? Маленький. Чего маленький? Вот этот впритык сейчас залазит. Блин, ну надо было мерить. Так, все собрано. Вчера оно все в другом виде я оставил это ночью. Точнее, мы оставили. Футболка какая-то у тебя новее уже сегодня. Итальяна постирал. А, постиралась? Постирала. И что, и высохла? Да. Та же футболка? Да, да. Что, знаешь, сколько стоит футболка? 4000 гривен, как полгазика. 4. Да. А, при курсе 8, да, где-то, Макс? Ага. При курсе 8, 500 долларов, блин, офигеть. А, с газиком в одну. Да ты не видел вчера ее, это жесть. Я предполагаю, какая она. Ну да. Спрашиваю, что Яна сказала? Не, мне Слышишь, Саня, это советское время, получается, все компактное. Люди же были компактнее, да, и металл экономили. Их кормили так, что не разжируют. Не разжируешь. После Колымы, да? Они возвращались стройные все. И машины такие. Ну, заметь, даже рессоры уже намного уазовских. Ну, как в «Москвиче», получается, как в 21-й «Волге». Хотя 21-я «Волга» довольно просторный автомобиль. Макс. Да, это серьезно. Это мы только с Бородачом, с «Москвича» начинали, поэтому знаем про эти резиночки все. Бородачу звонил, говорит, самочувствие улучшается, все нормально. Разговаривали долго, я ему подробно рассказывал про вчерашний движ. Да что-то, да не, ну больше это, видно, морально больше его подорвал, у не мог, плюс еще там что-то. Фильтр не подошел, на бомбе саленблоки менять, короче, блин, он плюнул и решил переболеть, да, на субботу. Так, Саня приехал, открыл пиво Бердичев. Да нет. Саня, пробуй. Пробуй, камеру убирай.
Да не, ну видео-то будет опубликовано позже уже, тебя не поймают. Короче, пробуй, мы узнаем сейчас. Если ты начнешь петь какую-то бердичевскую песню, значит, пиво хорошее. Надо сказать, пахнет не очень. Да? Да. А ты уже руки помыл? Ну, конечно, оно ж течет со всех этих. Ну что, пойдет? Ну, расскажешь, короче, потом. Витя, а где тут туалет, далеко где-то, нет? На территории. Где? А, на территории? Где найдешь? Где присядешь? Хрень полная, пиво брать не будем такое больше. Ну, может, из-за того, что нагретое просто. Да, не, оно такое. Не то, да? Не, ну Бердичев, не, ну город сам по себе неплохой. Так, вот это, да, Казимич? Слышишь, ну мы сейчас можно куда-то... Куда-то в Бремен можно будет сейчас, если газик заведется, за другим пивом съездить, да? Ну ладно, у меня там знакомый есть даже в Бремене. Да, в Бремене. Алирий Зафар, Синеятор Абзаде, да. Это, смотри, какая это. Ну, что? Вот это то разбухшая, что? Да? Конечно. Они две одинаковые? Да, ну, Да? Сверху, снизу? Ну да, сверху, снизу она ставится. То тебе любой москвичист скажет и этот. Да, можем Бородачу набрать, он точно подтвердит. Макс говорит, нет никакой резиночки, потом нашел. Говорю, при Сталине меняли эту резиночку. Вот, еще. Ну, так вот. Что, нашел? Да. А что это такое? Футболку не испачкай. А вот он скрасится, это отвердитель, наверное, или какой-то. Так, антифризик еще мы взяли сейчас. Заливаем и пробуем. Тосул. Я заливаю. Работает? Да. Так что, заводить будем? Ну, какая-то там четвертая мне непонятная. Так, зажигание включать? Да. А ну, включи. Ох, ёлки. Не, давление, смотри, сразу пошло. Пошло давление? Да, смотри. Это вы подсоединили правильно, я чувствую. Давление, говорит, пошло. Не запускаясь даже. А, это же... Да, так они же новый вал поставили, что ты хочешь. Ему, он сразу испугался и начал давить. Раз, два, три. Поехали. Работа всего нашего дня. Всего дня. Трех дней. Скрещиваем все. Я буду смотреть за все. Давай. Охренеть вообще! Как? А как? Макс! А давление где-то? Подожди, не газуй. Давление. Зашкалило давление. А что-то или датчик, как работает монтаж, да? Азик так быстро завестись не мог, да? Это Руслан смонтировал видео. Смонтировал, наверное, да. Фига себе, завелся, слышишь? А масло, это тоже раньше потекло или что? Да. Я аж испугался, что он так завелся. Подозрительно. А работает как, слышишь? Работают часы. А как он? А, ты подгибаешь, это то, что ломом Витя ночью там рихтовал, чтобы поставить. А сцепление попробуй, есть? Да, сцепление попробуй, возьмем. Отойдите там. Давай, пошли. Первая масса, как вторая. Подсос не работает? Нету сцепления? Вообще, упало в пол? Может, мы не той стороной поставили эту корзину? Какой не той? Нельзя не той поставить. Можно. Ну, какой не той? Как труба? А что, упало? Типа, а чё на глупу? Макс, ты живи меня. Макс, ты шо, блин? Прекращай, блин. Все, поехали. Поехали. Все выжимается. Едет, блин. Надо отрепетировать. То ты не туда подключил куда-то. Да, сейчас его. А зарядку есть, тестер, проверить? Да. Зарядку. Давай проверим. Что ее проверять? Откинул клемму и все. Но она есть, что ее не быть? Ну, лампа горит. Вот это шок. Да. Офигеть. Не зря я жизнью рисковал две ночи. И сегодняшний вечер. Сейчас, в принципе, я под угрозой расстрела. Как, да, с электронным зажиганием, как работает? Работает вообще как часики. Вот это номер. Подсос убрал. А она все равно работает. Антифриз качественный просто. Не рушит, да? Прикинь, какое моральное удовлетворение. Это
Какое моральное удовлетворение. Я помню, в детстве тоже что-то там мотоцикл соберешь, раз, завел, и он работает. Да. Или москвич, когда тоже. Я не верил, что мы заведем, и что будет работать. Можем мы где-то за 30... Два человека, которые никогда не собирали двигателя. За 30 минут мы сможем тест-драйв провести? Да. Заряд куда проверить давай, надо? Открывай, это мы тут сейчас. Открывай, то задохнемся, да. Так, подозрение на отсутствие зарядки. А в остальном все хорошо, все хорошо. Надо добавлять. Ну, как странно. Вытри, да и все. Так, а сколько залили литров масла? Литров 6. 6 залили, да? Да, где-то. А, не, ну, если да, 6 залили, то все нормально должно быть. Есть. Максимум. Ну, там просто один на 10 становился туда, а второй нет. Он вроде как на... Короче, там... Ага, плотно очень зарядка. Плотно или легко заходил. Так, неожиданный съем генератора. Витя опять оказался в том же самом месте, где провел две ночи. Интересный сюжет. Да. Генераторе надо еще один провод не поставили. Не поставили, да, провод или отвалился? Нет, что-то там. В общем, надо. Чтобы что-то там поставить его, надо снять его, да? Макс, включи на 12, может, на 13 будет.